Гагаузинан генч талантларет, дильчуктан румынинан суперстар шоу, талантларен шоу программында паялдылар. Анастасия бізім программамыз да бұлынды, аннатты. Йонжа чықтыйды видео, аңғысы гене шаштырды, чөй Гагаузин яшайынларыным. Бүйін таныша жиз, о генчөй жүклан, аңғысы гене чықты бұ сцена, о Артем Топал. Бұ сцена чықып, юзель бір техникай куланды, юзель түркі үйч алды, оны да ноталады жури. Насыл олды бұ чықмақ сцена, шында анады жа кендісі Артем, чүнкі кенді ені гүні о бізімлен бірлікті әче кетірер. Офиде жиз, Гагаузша, Русша, неже тайлын ол жақ мұсафермізе. Хемда ол жек гүзел музыка композиция жаны бізім студиямызда, бұны үншін чекеттірін кенде ені гүнізі бізімлен бірліктай. Шынды таныштыры жек ендісіне мұсаферміз Артем, добра утра, сабах айрылсын. Сабах айрылсын, добра утра. Суперстар Румынияда бұл ярышмак, аңқысы халқлар арысы орында кечірлер. Онда чөй девлетлерден пайалды музыкантлар, сіз те оның арасына қатылдыңыз. Действительно, было много участников вообще с разных стран. С Аргентины кто-то приехал, кто-то из Майами приехал на этот конкурс, кто-то с где-то Боснии, Герцеговина. Были много очень разных людей интересных. Не с Тюрки Чалдана, с кем иной Тюрки? Эта песня называется Colors группы Black Pumas. Очень мне нравится такой черный блюз. Вот. Ну, вообще, то есть все их песни можно слушать, мне кажется, подряд. Это очень классная группа. Если кто не слушал, обязательно послушайте. Вот такие ребята. У вас сцена чыктын с Румынияда, шынды беля, нежде отрезан с бізде. Бізім студиям заюктур беля олды, да, аним сафир ол ялына котырсын. Ама бұл налазым, чынки бұл техника аңысын ойнымақта кулэнчын. Сырай бірешкан надасыңыз. Да, было много вопросов и в Румынии, и на съемочной площадке, и в комментариях, почему я босиком. В общем, вот рассказываю. Есть такой прибор. Вообще он придуман для рук. Он сделан для битбоксеров, чтобы можно было делать пытс-пытс-пытс, что-нибудь такое, да? Угу. Вот. Но поскольку руки у меня заняты, приходится работать по нему ногами. Другого прибора у меня нет. Если мне кто-нибудь когда-нибудь подарит прибор, по которому я смогу работать в обуви, то я, наверное, обуюсь. А пока у меня только этот, поэтому я, собственно, мы нарисовали ритм, можем нарисовать гармонию и накладывать на нее все, что мы хотим. Такой вот интересный прибор, да, который я тоже некоторое время осваивал. В него можно вообще воткнуть все, что хотите. Клавиши, гитары, барабаны, все, что пожелает ваша фантазия. Артем, я радмичевался музыка дадины Аякларда. Он да лязым заман, лязым вакыт, ки пармакларлы ичлясниц, Аякларыз да. Да. Бесерек бешелер куланылыр музыка урында. Бы на чем вакыт харжадыныз? Я не понял вопрос. Я имею в виду, много времени ушло на то, чтобы еще задействовать ноги. Все равно эта техника, она тоже где-то требует времени. То есть, несмотря на то, что вот я занимаюсь музыкой достаточно давно, я всегда как-то скептически относился к этому прибору. Я думал, ну что, лупер, там, чем вы занимаетесь? Пока я сам не столкнулся с этим прибором, не попробовал. У меня ушло где-то полгода на то, чтобы понять, как с ним правильно работать и грамотно его использовать, так скажем. На сегодняшний день удачно работаете уже? Ну, уже работаю с ним полтора года, почти два даже. Где-то так, наверное. На какие сцены вы еще выходите? И как себя чувствуете босиком на сцене? Как себя чувствую босиком на сцене? Да великолепно себя чувствую, как бы. Черные очки — это ваш имидж? Черные очки. Просто мне так комфортно сидеть и, ну, это мой такой барьер, так скажем. Мне так комфортно, все. Окей. Выступление на сцене. Было комфортно, было дискомфортно выйти на международную сцену? Это было впервые. То есть, в принципе, для меня участие в конкурсе такого уровня, потому что, ну, очень серьезная организация.
на очень высоком уровне. И я снова испытал впервые за долгое время вот этот мандраж, который ты испытываешь, когда ты выходишь на сцену. Пусть даже там не было так много людей, но осознание того, что на тебя смотрят профессионалы мирового уровня, и они тебя оценивают, это так немножечко подстегивает сразу. И ты начинаешь ощущать, хочешь ты или не хочешь, ты в любом случае начинаешь ощущать волнение. А еще осознание того, что таких же, как ты, пришла толпа из тысячи человек, как бы, то да, хочешь, не хочешь, оно тебя все равно подстегивает. Это такой стресс, но стресс хороший. Этот позитивный стресс, он как-то помешал вашему выступлению? Либо все-таки долго готовились и выступили, ну, на ваше усмотрение? На вашем... Я всегда долго готовлюсь, то есть я репетирую каждый день. Нету дня, чтобы я там не репетировал, не играл, не делал что-нибудь с музыкой, так скажем, да, связанным. Это больше как образ жизни, даже не профессия. Какой жанр исполнения близок вам? Вообще я люблю все жанры. Вот начиная от классической музыки. Я очень люблю классическую музыку слушать, когда я читаю какие-нибудь там, не знаю, международные документы. Если я иду по улице, у меня может играть тяжелый металл в ушах. Я люблю техно, когда мне все надоело. Я люблю deep house. Я люблю абсолютно все жанры музыки. Я как-то не разделяю музыку на жанры. Я разделяю музыку на то, что мне нравится, и то, что я не слушаю, как бы то, что мне не нравится. Все. А так, жанры и все остальное мне... Что исполняете? Это, как правило, композиции чьи-то, либо еще есть и свои авторские? В основном я исполняю композиции, которые я услышал, которые мне нравятся. Какие-нибудь суперизвестные композиции мне нравится перепевать. Например? Фил Коллинз, Би-Би Кинг, не знаю, группа Stretch. В основном все, что как бы я исполняю, оно касается такой западной классики прошлого века. Ну, очень мне нравится винтажная музыка, так скажем. Группа Creedence, там, не знаю. Ну, много всего интересного есть на самом деле. В этом конкурсе вам сказали, да, вы перешли во второй тур? Да, да. И теперь мне нужно готовиться и думать, что исполнять дальше, в какой форме. Может быть, может, я не буду использовать эту технику, может, я буду играть на фортепиано, может, я буду делать что-то другое. Я еще не знаю, что я буду делать на самом деле. То есть, когда мне скажут, что вот, надо поехать такого-то числа, то я уже буду думать, что делать, так скажем. Каковы условия к следующему туру? Я не знаю еще ничего, на самом деле. Но вы готовите другую композицию? Ну, у меня есть, так скажем, перечень композиций, да, целый список. Что из этого подойдет для шоу, то я и приготовлю. Может быть, я приготовлю то, что... Что-то вообще новое. Я не знаю. То есть, если мне придет в голову какая-то идея, там, сегодня утром или завтра вечером, то почему нет? Сейчас вернулись бы обратно на эту сцену, чтобы прочувствовать вот те эмоции? Но мне придется на нее вернуться. Ну, а сейчас, чтобы к первому этапу вернуться, мы с вами просмотрим то видео вместе, которое удивило многих жителей Гагаузии, да, так как вы впервые появились. Давайте посмотрим. Бонасяра. Бонасяра. Аша, ты факу комод? Да, да. Де че ешь дескульт? Am o detalie tehnică, am privit, nu. Oh, mai bine! Ok. Așa. Da, mă numesc Artem, am venit din Moldova, din autonomie Găgăuzie, din satul Ietulia. Ietulia, știu. Da, eu ocup cu muzica, cu sport. Așa. Bun. Raluca, ce vrei să mă întrebi? S-a pierdut ochii lui. Nu mai vreau să mă întâlnim. Eram sigur. Pune ochelarii, nu? Da, pentru că lui este mai comod așa. De ce să-l... El așa... Da, asta mai e, comod. Asta e lucru, e mișto. Da, bine. Da. Lasă că... Sunt dezamăgit. După ce cântă, o să scoatem ochelarii. Hai să cântăm. Ok.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just let rehearse. When I get up off this ground, shake the leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. When I walk for I, shaving by the tree, oh, about a mile of a green, about a mile. I'm heading to town, 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 in style. With all my favorite colors, yes sir. I got all my favorite colors right now. And my sisters and my brothers seem like no others. With all my favorite colors. It's a good day to be. A good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they seem like no others. We know my favorite colors. S-a terminat. Așa final. Vai, Doamne. Smile. Artyom. Nu cred că s-a terminat. Deci nu, e al meu. Nu, e al meu. Îți bagi joc, real, îți bagi joc de noi. Stop, n-aveți voie, e al meu. Wow. Foarte ai cântat, autentic. Ai cântat incredibil de frumos. Bravo. Mersi. Mulțumesc mult. Ai un pachet atât de frumos pe care îl ai oferit nouă în seara asta aici. Îți mulțumim că ai venit și ai făcut acest moment. Ai fost foarte tare. Sincer îți spun, tu ai șanse foarte, foarte mari să fii unul dintre cei patru din finala din anul. Exact, exact. Da, prietene, ce vrei să zici? Uiți așa la mine, ce credeai că o să zic? Ce puteam să zic? Smiley? Da, și din partea mea. Mulțumesc. Carlos? Da, evident, până și cu tine. Da, mulțumesc. Da, 100 de... Выступление мы посмотрели. Артём, ну, если немножечко рассказать о себе. А что вас интересует? Давайте. Музыка — это увлечение или это... Или это ваша профессия? Это мой образ жизни, музыка. С самого, наверное, детства. То есть, со скольки лет? Ой, лет с 6 я всегда знал, что я буду музыкантом. Иногда, конечно, мне крутили там пальцем у виска, что ты дурачок, иди занимайся какими-то нормальными делами. Я говорю, ну, хорошо. И я занимался и делами, и музыкой, и всем подряд, и как-то. Но всегда я понимал, что нет, я буду музыкантом, как бы, и все. А первое выступление, где принимали участие? Ну, может, первое выступление, ой, господи, нет, это первое выступление, конечно, у себя в селе, вышел в первый раз на сцену в Большом доме культуры, вот в котором все я сейчас, кстати, родины, работаю, да. Поэтому, как бы, и оттуда все и началось. А там дальше уже какие-то районные конкурсы, региональные, вот, международные, вот, в Украине, сейчас вот в Румынии, как... Если меня куда-то приглашают, то почему нет? Я всегда приду, нет проблем. А сегодня вы чем занимаетесь? Где работаете? Сегодня я работаю в Доме культуры в своем селе. Село. Да. Так получилось, что я раньше жил в Кишиневе, потом переехал назад. И я перевез все свои музыкальные инструменты. Как бы это далеко не все мое оборудование. У меня есть барабаны, колонки, гитары, клавиши, там, не знаю, куча всего. И вы хотите сказать, что на всех них вы сами играете? Ну да. У вас музыкальное образование? Да, у меня есть музыкальная школа. Я учился в Камрадском педагогическом колледже по отделению музыкальная педагогика. Потом я поступил в наш Камрадский университет на специальную социальную защиту. Вот. Как же в Кишинев вас занесло? Ой,
как занесло. Я потом, после того, как я закончил социальную защиту, я поступил на мастерат по специальности корпоративное право, решил поменять чуть-чуть область. Ну, мне всегда было интересно юриспруденция. Я, на самом деле, как бы люблю читать, но я не читаю абсолютно никакой художественной литературы. Я читаю что-нибудь научно-популярное, либо вот по юриспруденции. Вот. И я поступил на мастерат, начал работать параллельно в детском садике номер 8 Чедерлунги. Вот. И проработал где-то, не знаю, около года, наверное, может, больше. Ну, где-то около года. И в какой-то момент я понял, что все, я не могу больше сидеть. И я уехал в Кишинев, просто сел и поехал на, ну, так скажем, наугад. У меня не было никакого плана, что я там что-то буду делать. Я просто знал, что мне надо ехать в Кишинев. И надо заниматься музыкой. И так это все и началось. Потом в Кишиневе я познакомился с одними музыкантами, с другими. Начал появляться в разных тусовках, в ресторанах, в кафе, в барах, в клубах. Я поработал практически во всех, наверное. Ну, не во всех, но процентов 80 клубов и ресторанов в Кишиневе. Я, наверное, их обошел все. Вот. Мы играли в разных совершенно комбинациях. Это какое исполнение было? Каков репертуар был? Нет, мы играем кавер. Я просто вот, мне нравится какая-то песня, да, и я смотрю, ага, как бы я ее исполнил, например, если бы это была моя песня. Я ее пытаюсь пропустить через себя в первую очередь и дать какое-то свое видение этой песни, что вот я бы исполнил эту песню вот так вот. Ну, песня классная, да? Как бы я не знаю, музыка, мне кажется, она же принадлежит всем. Если вдруг кто-то, вот у меня есть там какие-то свои авторские работы, если кто-то их вдруг захочет перепеть, то я как бы не буду возражать от него. Говоря о том, что авторские работы, вы и тексты пишете, и музыку? Нет, я не пишу текст абсолютно. Текст мне написала Элина Садкова. Есть такая автор в Кишиневе. Или как правильно сейчас говорить, автор, да? Не автор. Да, автор слов. Окей. Вот, она пишет не только, то есть она написала мне один текст, но она пишет многим исполнителям, там, Sunstruck Project, Борису Ковалю написала, то есть нашим молдавским известным исполнителям. И мне она тоже написала один текст, я на него тогда наложил музыку. Получилась классная работа, мы ее записали, вот, она есть в Ютубе, на моем канале, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть ее. Вот сейчас пребываю в этом утреннем настроении. Я не знаю, вы проснулись уже или не проснулись. Что бы вы сейчас исполнили, что вам сейчас по душе? А, вот так вот? Mm-hmm. Такой вопрос. Надо подумать. Как, можно не думать, можно прям начинать, наверное, да? Что бы я такого исполнил? To play the guitar, yeah, I should learn to play.
play them drums. Look at that mama, she got a sticking in the cameraman. Yeah, we gonna have some fun. Oh, any abs there? What's that in Hawaiian noises? He's banging on them bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't a working. Yeah, that's the way you're doing your money for nothing and the chicks for free. We've got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We gotta move these refrigerators. We got to move these color TVs. Oh, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. Yeah, that's the way you're doing your money for nothing and the chicks for free. Get your money for nothing, chicks for free. Get your money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Get your money for nothing, chicks for free. Get your money for nothing, chicks for free. Было здорово, особенно утром. Был бы сейчас барабан здесь, барабанная установка, я бы вам немножечко помогла. Но вы это делаете замечательно, ногами справляетесь. У меня есть и барабаны, я могу их прямо к вам в студию притащить. Но это уже в другой программе как-нибудь. Артем, ну на самом деле это нечто удивительное. То, что вы сами выполняете несколько работ нескольких музыкантов. Исполняете. Да. Вот над этим я думаю, что приходится очень много трудиться. А время откуда черпаете? Время? Если работаете, если есть какие-то свои увлечения? Вот. Ну вот этим я начал заниматься в момент, когда начался вот этот всеобщий массовый карантин в нашей стране. Все вот эти вот непонятные вещи. То есть у меня просто было время, так скажем, сидеть дома и это все изучать. Работать над собой. Ну, так скажем. Да, но это было такое очень депрессивное состояние. Я понимал, что как бы... Точнее, я не понимал, что происходит в принципе вообще вокруг, да. И единственное, что мне оставалось, это куча музыкального оборудования, которое есть вот вокруг меня, которое я нигде не могу применить, потому что везде карантин. С которым я один на один, и я просто начал экспериментировать. Вот на моем канале вы можете увидеть те эксперименты, которые я проводил прямо у себя в комнате, музыкальный эксперимент. И все. Как же близко относится к вашему увлечению? Ну, к профессии, можно даже так сказать, да? Ну, они привыкли. Вот эта музыка, если особенно вживую играете на барабанах, что вы там еще сказали, какие у вас инструменты есть? Ну, то есть нравится близким ваше музыкальное творчество, так сказать? Они
не всегда его понимают, точнее, они его не понимают, но им приятно это слушать. Вот, они как уже бы... Уже плюс. Да, да, да. Они говорят, очень красиво, очень классно, но ничего не понятно. Я говорю, ну, так, так задумано, не обращайте внимания. Ну, не всем же дано, да, понимать артистов, так скажем. Да, тут дело не в дано. Просто, ну, преимущественно я исполняю на английском языке, ну, потому что, ну, вот так мне нравится, так мне хочется, и все. То так мне легче чувствовать музыку, так скажем. Вот так. Хорошо. А под ваше настроение, ну, скажем так, рождается и музыка, кавер? В Или том нет? числе, в том числе. И одну и ту же песню, например, да, я могу сыграть сегодня так, завтра вообще у меня какая-то другая идея, я могу сыграть ее по-другому. То есть это же музыка, это, я не знаю, как, ты сегодня хочешь так играешь, хочешь завтра не так играешь. Как бы, кто тебе запретит? Ты же музыкант, да? Что, что тебе скажут? Ну, так скажем, наверное, данный конкурс, данное шоу дало возможность выявить еще одну талантливую личность из нашей Гагаузии. Очень приятно на самом деле. Ну и вот это вот вау, вот, вот эти вот лайки, они тоже дают своего рода оценку, да? Да, с Настей Кирилловской мы знакомы вообще очень давно. Наверное, сколько я... Я ее помню еще, еще маленькой, да. Мы знакомы с ее мамой очень хорошо. Я частенько бываю у нее в гостях. И, в принципе, как бы мне когда и позвонили с Румынии, предложили участие, я им сказал, подождите, есть, есть еще одна классная девочка, которая может к вам приехать. И они такие, да, покажите нам. Я связал их тоже с командой «Суперстар» Румынии. И она даже приехала. И тоже сделала очень классное шоу. Я считаю, что это очень круто. То есть из Гагаузии, получается, два участника были? Из Гагаузии, ну да. Два участника, нас... и оба вышли во второй тур. Да, да. И из Молдовы нас было вообще много. Нас ехал автобус. Это только наш автобус, который ехал. Это было 36 человек. Это только один автобус. А их ехало сколько автобусов из Молдовы? Я не знаю, по-моему, 6 или 7 автобусов. Я не знаю, это говорю точно как. И вот в нашем автобусе, получается, 35 человек из Молдовы. Из них только 5 прошли в следующий тур, понимаете? То есть конкуренция там на самом деле громадная. И я просто сидел в один момент и думал, а поставь себя на место вот этих членов жюри и выслушай вот эту 1000 участников. Это же... Я просто восхищаюсь их терпением на самом деле. Выслушать — это одно, но выбирать и оценивать — это намного сложнее. Я так думаю, все-таки какую же оценку вам жюри поставило? Какую дала оценку? Все четыре знают, что сказали «да». Я не знаю, как бы, какую оценку, какой критерий вы берете за нулевую точку, да, чтобы понять, какую оценку они мне поставили. Словесную оценку, что было сказано в ваш адрес выступления? Ну, я понял, что им очень понравилось, так скажем. Дальше, что будет дальше? Я думаю, что дальше будет интереснее, потому что за кулисами этого проекта происходит очень много интересных вещей. Очень много музыкантов, с которыми мы прямо там на площадке коммуницируем. Мы начинаем делать какие-то эксперименты. Не знаю, думаю, дальше будет интереснее. Артем, а такого рода участие, ну, как данное шоу, оно стимулирует чему-то вас как музыканта? Ну, вообще, да. Искорка, она... Как вам сказать? Тут даже не... Вспыхнула. Есть желание к чему-то большему стремиться? В любом случае, если я уже взялся за этот конкурс, то есть мне нужно максимально приложить все усилия для того, чтобы в нем победить. Ну, это нормально, потому что, значит, зачем ты идешь участвовать, правильно? Вот. Участвовать ради участия, ну... Наверное, кому-то интересно. Я все-таки постараюсь приложить все усилия для того, чтобы победить в этом конкурсе. А там, как оно сложится, как оно будет, я не знаю. Ну что, желаем вам победы. Спасибо. Пусть у вас все сложится. И всегда очень горды, когда наши жители, наши уроженцы, они на международном уровне, выступая, прославляют также свою маленькую родину. Благодарю. Вам успехов, спасибо за композицию, за выступление, ну и ждем второго тура.
Артем Топалов, уроженец Этулии, житель Гагаузии, музыкант, который принял участие в шоу «Суперстар Румыния», вышел во второй тур. Ждем, конечно, все с нетерпением этого второго тура. И какую же композицию исполнит Артем? Я еще не знаю. Я еще не знаю, что я буду исполнять. Будет возможность у нас в будущем и послушать, и посмотреть. Ну, а лайки, наверное, продолжаются набираться, да? Да, лайки, запросы в друзья, сообщения от целой кучи людей. И вообще очень много всего интересного начинается в моей жизни, я так понимаю. Ну, коль вы любите, вы сами такой энергичный, импульсивный, пусть это ваша жизнь, это то, чем вам нравится заниматься. Да. Пусть оно, может, нашло, открыло свою дорожку, и пусть оно идет успешнее. Благодарю. Провожаем нашего гостя, программа продолжается.